отошкерится кто-то по ходу. Тут самый оптимальный, когда ты сидишь. Эй, ты чё не слышал? Чё ты там сказал? А чё за шум-то? Чё ты там сказал? Чё там базаришь? Чё, подрезал одного? Ещё раз? Вот падла, сзади! Сзади зашёл! Чё там базаришь? Вот падла, сзади! Где, блядь, самолёт? Может, они самолёт... Что ты творишь, ты он сбросил, он пролетел самолёт! Офигенный звук. И бля, искать нам это? Да вон, прям на нас падает. Просто нету звука самолёта, бля. А ты смотри на его анимацию, летит он. Слушай, а он сбросил, он падает хоть вниз-то? Я не вижу ничего. Может, он упал уже? Вижу, вижу. Не, я вижу то, ну, типа ящичек, я вижу, в воздухе висит. Но он очень далеко прям. Чё ты там сказал? Оп! Пошёл, так. Блядь. Ну как? Вообще, как? Круто вообще. Я ничего не буду говорить, я молчу по этому поводу. О, боже. Он даже без этого просто, он просто... Он летит, без парашюта даже. Летит, без да. Звука, без звука самолета. Ну, блядь, это ну... Это магия вне Хогвартса просто. О, кого-то, говорят, кустов не слышно, шуршание. О, я не слышу свои кусты. Да? Угу. Да, точно нету. У всех нормальных проектов есть, особенно таких, как Тарков. А что, Тарков нормальный проект? Аня, не души, не души. Не, мы такие сидим, думаем, типа, вот они сейчас там, наверное, собрали, наверное, сейчас там собрание, короче, и, ну, решают, что надо исправлять в первую очередь, все дела. Показывают кадры, а там лютый просто. А там просто лютый корпоратив, короче, стрип-звезерши там черные крутятся на шестах, там все вот это вот. Ну. Мы такие, блин, ну, вот, наверное, они скоро должны сделать. Такой патч, такие стриптизеры должны быть. Лагающие, что ли? Такие резкие движения. Беззвучные, бля. Она такая на шесте, там, как на пилоне. Потом херак, что на диване сидит. Рассинхрон такой чисто, бля. И тут только-только подобралась к кому-то, села на колени. Дисконнект, блядь, все, пипец. Пропала просто, исчезла, бля. Повтори. Молча видюху взял. Так а чё, если я скажу тиммейтам, они меня убьют. Ты чё, блин? Аня сейчас сразу выстрел в голову совершит мне. Ой, мисклик. Ну, залагала, блядь. Чё-то вот FPS-а мало. Чё ты нашёл? Ничего я не находил. Я на выход уже иду. Чё ты нашёл? Ничего я не нашёл. А почему тогда должны тебя убить? Перед выходом кинул тебе на выходе. То, что я нашёл. Эш. Палку кинули. На пол я такой. Я вижу колбасы, просто на пол. Так ты название видел? Соленый пес. Цивилизованно. Это просто как, типа, за мной гналась собака злая. Я выношу на выход видеокарту, бля. И чисто, да, откинул собаку, эту колбасу в сторону, чтобы собаку отвлечь. Сам на выход быстрее побежал с видеокарты. Бля, по-другому никак, чат. Играешь в патче. Видеокарту нашел, понятно. Да. Все? Да. Ты что, слабак прям? У меня рейд часы, я же говорю. Удачи вам, хорошо. Прямая настроение. Дорога в дурдом. Давай, пока. Все, теперь наконец-то, блин. Так. Можно поиграть. Знаю одну тему, вид. Надо пойти на маяк и фармануть бабки. Еще я еще не ушла. Блять. Раз теперь можешь говорить. Это могут быть новости. В ближайшее время Никита Буянов покажет эксклюзивные скриншоты Тарков Арена. Нафиг нам арена? Просто скриншоты будем смотреть, да и все периодически. То есть он сказал, они арену выпустят этой осенью. Время 29 декабря. И теперь он нам будет показывать скриншоты этой арены. Он же не уточнял, что он эксклюзивные. Арену, что он выпустит арену в скриншотах.
Ожидайте прибытия... Что? Это кто-то вызвал дроп и типа сообщение вызвалось или чё, бля? Кто-то дроп вызвал. Ну, я понял, но почему мне-то это написало? Ещё один бот. Не, вот вы считаете это нормально? Чат, вы нормально считаете это? Я не думаю, что это нормально. Выхода нету. Вали хуй! Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь! ЧВК? А чё он там делает? Граната тут! Господи, бот там заспавнился сзади меня ещё. Готов. Первый файт с Аугом, чатик. Патроны, конечно, говно. Но и как бы типчики не особо одетые. Как будто кто-то куда-то спрыгнул. Бегает, бегает. Кто-то на кого-то наступил. Блять. Вот вам и новые звуки, чат. Я точно слышал, что он, вот этот чел, который передо мной, он прям близко был ко мне. А он был в метрах 5. Вот новые звуки. Видите, вот так они, короче, подводят. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.